Многие из вас слышали, что такое искусственный интеллект, и многие даже пробовали работать с ним. Проблема в том, что 90% людей начинают развлекаться с ним, пытаясь разговаривать с ним на тему политики или шуток. Потом говорят, что он плохо работает и часто пишет ерунду. Искусственный интеллект, обученный на всех данных из интернета, не может плохо работать. Вы просто не умеете с ним работать. Отсюда следует, что вы не сможете с ним заработать. Думаете, на нейросети невозможно заработать? Тогда ловите пример. Цифровой художник при помощи чата GPT создал монету и уже через неделю продал ее за 50 миллионов долларов. И это свежая информация. В этом курсе я покажу вам топ-3 ниши, в которых вы быстро заработаете деньги с помощью искусственного интеллекта. Способ первый. Заработок на бирже Quark. Для тех, кому срочно нужны деньги. Способ номер два. Автоматический постинг вирусных статей на Яндекс.Дзен. Способ номер три. Упаковка любого продукта или бизнеса при помощи нейросетей. В блоке Quark вы узнаете, как правильно заполнять профиль при помощи искусственного интеллекта, чтобы вы выглядели как эксперт своей ниши. Как выбирать задачи правильно, чтобы вы быстро смогли заработать деньги и не теряли время на неподходящих задачах. Как выполнить задачу при помощи нейроинструментов быстро и качественно. Вы поймете, как легко можно уже сегодня взять один или несколько заказов, прогнать их через нейронку и вывести на вашу карту деньги. Посмотрите на мой результат. Только при помощи чата GPT Midjourney Гервина я заработал больше 140 тысяч рублей за последний месяц, решая проблемы заказчиков и бизнеса. С учетом того, что я просто брал заказы, считаю это отличным результатом. Самое главное, мы будем решать проблемы людей. По своему опыту скажу, что этот тип задач оплачивается лучше всего. Выводить деньги тоже очень просто. Указываете карту или киви, вводите сумму, я, к примеру, введу 50 тысяч рублей, и нажимаем кнопку «Вывести». Через 5 минут, приблизительно так, деньги уже на вашем киви-кошельке или карте. Вот я вывел 50 тысяч, пришло 48, как вы видите. И еще 93 тысячи рублей остается на балансе. Ну разве это не круто? И такие результаты можете делать и вы. В блоке Дзен я покажу вам, как при помощи нейросетей создать канал в интересной нише. Вы узнаете, как работать с лучшей нейросетью для написания статей на русском языке, которая на полном автомате будет вести ваш канал. Также покажу, как интегрировать в текст партнерские ссылки и дополнительно зарабатывать на партнерских продажах. Итак, мы правильно создадим канал Дзен. Настроим нейросеть. Интегрируем партнерку. Освоив данный блок, у вас будет готовая схема, которая будет приносить вам деньги годами и работать в автоматическом режиме. В блоке «Упаковка бизнеса» я научу вас, как находить самые трендовые товары или услуги на Авито, правильно связываться с продавцами и предлагать им упаковку их продукта. Вы увидите лично, как легко продать им то, что выделит их на фоне десятков других, продающих то же самое. Я покажу вам, как с небольших сумм подсадить людей на ваши услуги и максимально быстро выйти на крупные чеки. Что писать и как упаковывать товар – это не ваша забота, а нейросетей. Ваша задача – нажимать на кнопки и уметь набирать текст. Итак, пришло время поделиться всем своим опытом по использованию нейросетей и другими связками, которые созданы друг для друга, и помочь вам совершить свою революцию в заработке в эпоху глобальных кризисов и проблем. У вас будет полное практическое руководство по заработку на нейросетях. Пройдя этот курс, вы уверенно сможете зарабатывать в любом понравившемся вам направлении уже в течение нескольких суток после просмотра данного курса. Без бюджета и стартовых вложений сможете достичь высот. Также вы узнаете, как найти новейшие нейросети и научитесь выбирать самые перспективные из них. И самое главное, вы поймете, как выжимать из них все по максимуму. Ну что, готовы получить реальные практические знания и научиться зарабатывать на нейросетях, а не просто развлекаться с ними? Отлично, тогда я жду вас на обучении.